Весна 45-го застала нас в подмосковном городке Серпухове. Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец, в февральской вьюжной ночью нашел свое пристанище в Серпуховском тупике. Последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду. Эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона сечет сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым, озябшим путейским свистком, сразу же началась разгрузка. Нас выносили в одном нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам. Земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах. После землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки. После слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах. После всего, что там было. Эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы приучались заново есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную, умиротворенную невесомость. Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша недвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежачим, были видны одни только макушки голых деревьев, да временами белое мельтешение снега, белые гипсы, белые бинты, белые халаты сестер и врачей. И этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки, белое, 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 какое-то изнуряющее, цинготное состояние одолевало от этой белизны. И так изо дня в день, конец февраля, март, апрель, медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. От каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из 12 унесли еще в марте. С тех пор койки их пустовали. В
том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там на Западе кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком. И вглубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки. Но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверное, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И, может быть, поэтому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все, и медперсонал, и мы раненые, со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы. Интересно, где теперь наши? Спрашивал, никому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов. Смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась тоска и зависть. В войне, как в шахматах. Е2, Е4, бац, и нету пешки. Валяюсь теперь за доской без надобности. Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали самоходкой. К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе, высоко задрав ногу. Теперь мат будут ставить без нас. Нечто не навоевался. Как-то не то не сё. Шел-шел и никуда не дошел. Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить. Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще два аршина схлопотать под самый конец. Бородухов заметно напирал на О, отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжестый матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала, как веревочный гамак. Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закряхтев, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение. И потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке. Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка. Внутри клешни безвольно пролегала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворотило, перебило, нарушило, и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла. От ран моих попахивало собственным тленным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, в том, что я тоже смертен. Хотя понять и допустить собственную смерть я по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия.
Ведь я всего только ранен, а не убит. А раны — это всего лишь испытание. Мне шел тогда 21-й. И я, вернее, не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое. Слева от меня лежал солдат Копешкин. У Копешкина были перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки. Имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копешкин лежал только навзничь. И обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками, расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась самолетом. Копешкин числился в извозе, справляя на войне свою нехитрую крестьянскую работу. Запрягал, распрягал, кормил, поил обозных лошадей. Если позволяли фронтовые условия, гонял их в ночное. Чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу. Мешки с сухарями, концентраты, коптерское имущество, патронные цинки. Медалей ты много навоевал? Так какие медали? Слабым сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копешкин. За езду раздают. Да ты поди, и немца-то до дела не видел. Как не видел? За 4-то года. Повидал. Стрелять-то хоть приходилось? Так и стрелял, а то как же. В окружение одного попали. Вот как насел немец, тот как обложил, так и стрелял. А куда денешься? Убил кого? Ай, шут его разберет. Не ж там поймешь. Темень, пальба отовсюду. Небось, перепугался. Так и страшно. А то как же. Это где же тебя так разделало? Заблудился с обозом. Я говорю, туда надо ехать. А старшой не туда. Поехали за старшим, да и прямо на ихнюю батарею. Куда колес, куда что. Обеих лошадей моих прибил. От самого Сталинграда берег. И бомбили, чего только не было. А тут вот и получилось нескладно. В последние дни Копешкину стало худо. Говорил он все реже, да и то без голоса, одними только губами. И надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его. Жгло под гипсовым скафандром. Он и вовсе усох лицом. Резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, обрить которые мешали бинты. Иной раз трудно было сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка. Как-то на имя Копешкина пришло письмо. Голубенький косячок из тетрадочной обертки. Из дому, покрытые температурным нагаром, губы Копешкина в ответ разошлись в тихой, медленной улыбке. Вот и хорошо, вот и славно. Пацаны-то есть.
рук Опешкин с трудом пригнул два непослушных, желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три. Трое выходит. Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко. Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно пошевелил кисти. Сам хочет, сам. Ежели может, так пусть сам. Своими-то глазами лучше. Косячок развернули и вставили ему в руки. Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копешкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью, а может быть, и не спал. Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными, неловкими буквами, написанными послюнявленным чернильным карандашом, было выведено: Пензенская область, Ломоносовский район, деревня Сухой Житень. Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон на какие-нибудь работы. Пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж, с тем, чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие и там были не нужны. Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приотконные койки были привилегированными. Оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти места обыкновенно захватывали выздоравливающие. Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Фалешты. Этот большой, тихий, 30-летний ребенок вызывал молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов. Обе его руки были ампутированы выше локтей. И пустые рукава из подней рубахи ему подвязывали узлами. Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая. Гляжу, рассказывала нянька, а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. «Ты что же, сынок, стоишь?» — говорю ему. «Давай, милый, помогну». Так-таки не дал пуговицу отстегнуть. Застеснялся. Все, бывало, стоит. Ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет. Мы и сами видели, как переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песни. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову. В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике, и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копешкин зашевелил пальцами, прося о чем-то. Что ему? Мы прислушались к слабому голосу Копешкина. Спрашивает у Михая, что видно за окном. Разобрал я, поскольку моя койка была ближе всех к его кровати.
Солнце вижу. Поле вижу. Далеко, спрашивает? Поле? А там, за рекой. Какое оно? Что посеяно? Зеленое. Хлеб будет. Капюшкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате установилось молчание. А на улице что? Помолчав, спросил Саша Самоходка. Дома, люди. Девчата ходят? Ходят. Красивый, допытался Самоходка. Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна. Тебе что, трудно сказать? Красивые девчата-то. А? Михай досадливо махнулся узлом рукава. Ему теперь не до дела. Эх, братья славяне, мне бы девчоночку, да с Кандыбаю, да своей матушки Волги, такие страдания разведу. Ёлки-шишки посыпятся. Но шутить у нас было некому. Рухнул, капитулировал, наконец, и сам Берлин. Но этому как-то даже не верилось. Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеровцев задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов. Но все-таки не верилось, что это и есть конец. И действительно, война все еще продолжалась. Она продолжалась и 3 мая, и 5, и 7, сколько же еще. Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды. Так прошел 8 день мая. И томительный тихий вечер. Ночью, отчета вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбцах света, цепляясь за спинки кровати, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову. Спишь? Да нет. Кажется, дед приехал. Похоже, он. А чё бы ему ночью-то? И вот этот самый дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий сухой бас, казалось, просверливал стены. Выдать все чистое, посеять белье. Ну, слухай, Анатолий Сергеевич. Да. Закалите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Ну, не жмитесь. Продуктов не жалеете. Да я же, Анатолий Сергеевич, ну, со всей душой. Ну, все, что треба. Потом вот что. Хорошо бы к обеду вина. Как думаете, а? Да можно. У меня ратификату ее трохи. Нет, нет, нет. Спирт это не то. Крепковато, да и буднично как-то. День-то какой, голубчик вы мой. Так я сожгила. Шаги и голоса отдалились. Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье,
Часы отсчитывали 3 удара. 3 часа ночи. Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время. Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками. Все! Конец! Конец, ребята! Завопил он. Это, братцы, конец. За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета. Переспела, рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки. Должно быть, трубили буксиры на недалекой оке. Братцы! Саенко постучал кулаком в стенку соседней палаты. Эй, ребята! Слышите? Там тоже не спали, и в ответ забухли чем-то глухим и тяжелым. Скорее всего, резиновым набалдашником костыля. Едва только дождались рассвета. Все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежду, пижамные штаны, какой-нибудь халатишко, а то и просто в одном из подним белье повалили на улицу. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик заполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков. Что там, Михай? Ай-яй-яй, качал головой Молдаванин. Что? Цветы несут. Обнимаются, вижу. Целуются, вижу. Люди не могли наедине в своих домах переживать эту радость. И потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося из окна Михая. Послышался девичий возглас: «Держите!» И в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами. «Да миленькие ж вы мои!» — навзрыд запричитала какая-то женщина, разглядевшая Михая. «Ох, да страдальцы горемычные! Сколько кровушки вашей пролито!» И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна!» Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса. Потом мелодию подхватили другие. Сначала неуверенно, нестройно, но постепенно приладились. И будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы ярости и гнева. Высокий женский голос где-то на грани крика и плача, как острие, пронизывал хор. «Идет война народная!» От этой песни всегда что-то закипало в груди. А сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло. Я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша-самоходка первый не выдержал. Он запел,
ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая койку и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Задвигал небритым кадыком бородухов. Вслед за ним песню подхватили в соседней палате. Потом наверху, на третьем этаже. Это была песня, гимн, песня клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней, отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас. Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом зареванная по случаю праздника с распухшим носом тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана. Дверь распахнулась от толчка сапогом. В палату грузно протиснулся начхоз. На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами. Саенко, распорядись. Саенко, осторожно, чтобы не пролить. Не прыгай, как всегда, а волоча раненую ногу по полу при полном молчании всех присутствующих, разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим. А нижняя губа аскетически поджата, словно у ксёнза при свершении исповеди. Да, да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы, воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало торжественное. Обещали какое-то таинство. Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан. Ну что, солдаты, что задумались? Давайте колыхнем, что ли, а? Предложил Саенко. Давайте, ребята, за дальнейшую нашу жизнь выпьем. Как она дальше пойдет? Что было, то было, будь оно неладно. Живым жить, живое загадывать. Прибежала Таня, поздравила нас с праздником. Поставила на нашу с Копешкиным тумбочку букет подснежников. Принялась кормить его с ложки. Копешкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри. «Ты ему винца вплесни!» — посоветовал Саенко. «Вы что, смеетесь? А что? Пусть солдат разговеется! Ему же нельзя! Дай, дай ему! Отпусти ты его душу на волю! Вот увидишь, свина-то полегчает! Не говорите глупостей!» Ох уж эти лекари, хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету. Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о себе. Все, славяне, завтра буду проситься на выписку. Решительным тоном сказал Саша Самоходка. Не выпишут, убегу на Волгу. Эх, и хорошо у нас там, братцы. Деревня высоко-высоко, а внизу Волга. Всю, видать, на 15 верст, туда и сюда. Парохода идут, гудки, бакины по вечерам. Нет, брат. Самоходка мечтательно уставился в потолок. Где Волга не течет, там не жизнь. А у нас на Мизени пиво теперь варят. Бородухов, только что выбритый в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всяко раз поддерживая донышко ложки куском хлеба.
праздную. Бабы старинные надевают, хороводы водят, песни поют, а потом сядут в лодки и по мизени. Сколько разных мест на земле, думал я, слушая разговор. Лежали раненые в других палатах. У них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой. Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетались, так густо усеяли русскую землю. «Тише, ребята!» Бородухов первый заметил, как Копешкин зашевелил пальцами. «Чего тебе, браток?» Мы насторожились. «Пить?» Копешкин отрицательно пошевелил кистью руки. «Утку?» Копешкин поморщился. Припрыгал Саенко. Наклонился над ним. «Ты чего, друг?» Копешкин что-то шепелявил сухими ломкими губами. «Так, так. Ага, понял». Саенко закивал и перевел нам. Говорит, у них тоже хорошо жить. «Ну, давай, давай, Копешкин, расшевеливайся. Вот, молодец. Ну, расскажи, как там у вас? Это где ж такое?» «А, ясно. Пензяк ты. Ну, ну и что там у вас?» «Хорошо тоже», — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копешкина. «Ну, заладил, хорошо да хорошо. Ну, что хорошего-то? Лес есть или речка какая?» Копешкин еще что-то пытался сказать о своих местах, но не смог. Обессилел и только облизывал непослушные губы. Мы молчали, ожидая, что он отдышится. Но Копешкин так больше и не заговорил. В палате воцарилась тишина. Я пытался представить себе родину Копешкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Никакие там реки, никакие вообще места, лесистые или открытые, и даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза где-то не то возле Мордвы, не то по соседству с Чувашами. Где-то там в неведомом краю стоит и Копешкинская деревенька с загадочным названием «Сухой житень». Вполне реальная, зримая. И для самого Копешкина она центр мироздания. Полощутся белесые ракиты перед избами. По волнистым холмушкам за околицей майская зелень хлебов. Вечером побредет слугов стадо. Запахнет сухой пылью, скотиной. Ранний соловей негромко щелкнет у ручья. Прорежется молодой месяц, закачается в темной воде. Я уже вторую неделю тренировал левую руку. И, размышляя о Копешкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся
и вложил эту неказистую картинку в руки Капешкина. Тот, почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с вниманием разглядывал рисунок. Потом прошептал: «Домок прибавь. У меня домок тут, на дереве». Я понял. Забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картину. Капешкин, одобряя, еле заметно закивал заострившимся носом. Ребята о чем-то заспорили. Потом, приставив стул между Сашиной и Бродуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками. Что тут же исполнялось Саенко с особым пристрастием и под дружный хохот. Михаев в домино не играл. И, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечереющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжко вздыхал между песнями и надолго задумывался. Прислоненные к рукам Капешкина до самых сумерек простояла моя картинка. Я про себя радовался, что угодил ему, нарисовав нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Капешкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных сухом житне. Но Капешкина уже не было. Ушел он незаметно, одиноко. Должно быть, в тот час, когда осадилось солнце, и звучали негромкие Михаевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино, этого никто не знал. В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголовье участливо окружают друзья. Отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления. Гасит зрение, как гасит свет, уходя из квартиры. И какое-то время, оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает чел от этих берегов. Я онемело смотрел на подушку, на ее равнодушную праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что эта подушка уже ничья, потому что ее хозяин уже ничто. Его не просто вынесли из палаты, его нет вовсе, нет. Можно было догнать носилки. Найти Капешкина где-то там внизу, во дворе, в полутемном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое нечто, именуемое прахом. «И это все?» – спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. «Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле? Эта возможность его появления сберегалась тысячелетиями. Предки пронесли ее через всю историю. От первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время,
сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он, наконец, родился. Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие. Картинка моя была вольной фантазией. Но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копешкина. Я и сам теперь верил, что такая вот серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой, такая и стоит она где-то там на пензенской земле. И в это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копешкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой, топчется у стола жена Копешкина, какая она, как зовут, что-то подкладывает, подливает. Она теперь тоже знает о победе. И все в доме в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и даст Бог, все обойдется. Странно и грустно представлять себе людей, которых ты никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые как бы не существуют для тебя, как не существуешь и ты для них. Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до тумбочки, взял стакан. Зря-таки солдат не выпил напоследок, сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне. Что ж, давайте помянем. Не повезло парню. Как хоть его звали? Ивана. Ну? Прости, прощай, брат Иван. Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую крахмальную наволочку. Вечная тебе память. Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно темным, как кровь. В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.